куда двинулись, ребята? Что будет происходить с треком? Что нам предложит Кайо и Севентин, что касается звучания? Фиатуринг Севентин с SQ Warre. Коммунарка. Интересно, интересно, очень интересно. Ну хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Анонсировал трек. Что касается обложки, вообще какая-то альтернатива, да, как будто бы рок-альтернатива, поп-рок какой-то, поп-рок-альтернатива, наверное. Слушаем внимательно, let's go, bam. Как же я устал. Несите меня на столбе, куда залез мак. Не могу встать, зато могу упасть. Все хотят зрать и все хотят нас. Ох, номер нас попьем, пьем нахуй твой лимонаде. Глупый тату, зато я в круг своих друзей. Она бы знает, она знает, она знает. Снова встретиться с ней. Снова встретиться с ней, но она дает. Прости, но я не выйду сегодня. Ведь сегодня уеду с друзьями. Бля, вот это точно не исполнит, да? Сегодня не должна опять ее. Макс обещал, не буду пить вообще. Это который на стол залез, да? Ваня нас еще ждет. Перед ней сделал глоток. И не забудь про планку, планку. Разрыбал, может, сыграем в прятки. Прятки, пока все не уехали. Плохо вижу вас в темноте. Макс научит на трубе. Прости, но я не выйду сегодня. Ведь сегодня уеду с друзьями. Знаю тебя страшно одной, но Давидко, хорошо, ща, брата. Очень живой трек, отлично реализованный. Ну, конечно, слово точное ему, жесткого, ребят, вообще. Хорошее коммерческое звучание. При этом шикарная реализация. Тут у нас решил, он даже на даблтаймить, да, скворчик здесь. Ага, припев совместный, опять же, да. Куплетики небольшие, там, рафляночка про Макса постоянно, да. Макс, блядь, да. Нам надо еще выпить, да-да-да, бам-бам-бам-бам, прости, вот это вот, постоянно, короче, история. Хорошая, живая, динамичная песня. С одной стороны, технично, жестко исполнена, с другой стороны, очень такая, очень яркая коммерция, да. Поэтому, не знаю, что касается каких-то вещей по типу там нравится, не нравится, да, это может нравиться, это может стиль в целом не вкатывать, да, но стиль реализован полностью. 100%. Хм. Очень круто. Еще разочек. Как будто даже в мейнстрим хочет этот трек улететь. Продакшн хороший. Но такой, да, мягкий звук. То есть они поэкспериментировали с очень сложным гличкором, да, с душным звуком, интересным музыкантом. Здесь тоже они не оставили без внимания интересную структурку для того, чтобы как-то уйти, да, в этот, в скилзы, короче, показать какие-то скилзы, показать какие-то фишечки обязательно. Чтобы это не было излишне прямым огурцом, да, короче. Как же я устал. Несите меня на столбе, куда залез мак. Не могу встать, зато могу упасть. Все хотят жрать и все хотят нас. Ох, номер нас попьем, пиво нахуй твой лимонаде. Глупый тату, зато я в круг своих друзей. Она бы знает, она знает, она снова встретится с ней. Снова встретится с ней, но она дает. Прости, но я... Очень хорошо капа стоит. Очень круто звучит. Артисты. Высоких достаточно, при этом есть мясо определенное, да, то есть это не прям какие-то тут
барабан, да, идет, такой тоже глуховатый, и не особо надо им наверха там лезть на сумасшедшие пилы. Хорошо звучит, очень, очень гармонично звучит инструментал. Все, что касается бэк-вокала, тоже отлично так слегка отведено, да, в левую сторону достаточно много воздуха, искренне отработано артистами и хорошо сведено. Да, очень-очень сильно сделано, реально, очень сильно сделано. Сегодня небесная опять идет. Макс обещал, не буду пить вообще. Таня рано уйдет, но Ваня нас еще ждет. Перед ней сделал глоток и внизу. Да, вообще вот Pixie Squad в целом со своими идеями по звуку, с качеством, с видоса, музыкой, вообще отдельная вселенная, короче. Отдельная вселенная нашей индустрии, которая отвечает прям за качественный электронный звук и понимание в сведении его, в его звучании, в его объеме, его экспериментальном аспекте. Плюс также ребята прекрасно понимают, как с ним работать с точки зрения текстового наполнения, с точки зрения ритма интересного. И они уже могут для себя понять. То есть если они раньше, когда начинали, они исследовали это с точки зрения, типа, а вот можно вот так попробовать, можно так попробовать. Сейчас они дальше продолжают это делать, просто какие-то треки конкретно уже вот с полным, так сказать, пониманием, да, они делают, типа, так, мы сделаем вот такую работу, короче. И это прям... такой очень высокий. Ну, я вот не знаю, вот первое, что хочется поставить, да, я не, по-моему, есть, да, этот трек уже на сайте, он же уже есть, да? Да, вот он, его уже оценивали. Вот здесь хочется поставить первое, да? То есть десятка за реализацию. Потому что здесь как бы и все, да, и свидос, и артисты сделали, и сигличи, и мичи, все, короче, да, вот, вот все, что есть, 10. Будь про планку, планку, или заебал, может, сыграем в прятки, прятки, пока все... Прятки тут. Заебал, может, сыграем в прятки, прятки, играем в прятки, прятки, пока все... Вот мелочь, да, вроде? А она на тяге звучит охуенно. Топки, не забудь про планку, планку, или заебал, может, сыграем в прятки, прятки, пока все не уехали. Плохо вижу вас в темноте, Макс, и плохо вижу вас в хари, плохо вижу вас в темноте, хари, плохо вижу вас в темноте, Макс намутит на трубе. Прости, но я на нем выйду. Намутит на трубе. Прости, но я на нем выйду сегодня. Ведь сегодня уеду с друзьями. Знаю тебя, страшно холодной, но не по сети буду писать, да. Хорошая песня. Блять, хорошая, сильная песня. Структура. Да, здесь разнообразие. Тут у нас разнообразие. Куплетик, припев, да. Никаких интересных вишенок нам тут не добавлено с точки зрения партов. Но вот эта история как отдельный парт. Здесь история парт. Десятки нету, да, тут, в принципе, за этот, за текст какой-то, за структуру, да, непосредственно. Самое главное, за структуру, я думаю, нету. Здесь где-то 8, наверное. 8 хорошо сделано. Бам-бам-бам-бам. Ну, учитывая коммерческую историю. Так, сегодня выйдет с друзьями. Лимонад с друзьями. Да, угу. Я думаю, здесь где-то 9. Здесь 8. И здесь, ну, тут прям живая история. Короче, как-то туда уже, да, уходит. Максимально понятно им 10, наверное. Ага, вы же нихуя не видите, да? Угу. Показал бы еще. Да, 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 да. Сейчас. Угу. Тендер 5 баллов по-прежнему. Кстати, что думаете? Что думаете по звуку? Вот, допустим, тот же там Детройт, да, мы уже как бы такие не особо, да, тренд. Тот же, например, Drill, мы уже тоже как бы 3-4, да. Гиперпоп 5 ли по-прежнему? Вопрос. Как будто бы не знаю, 5 ли. Гоу тизер. Сейчас. 4, 6, 5. 4 ближе. Как будто... Да.
Вот как минимум, да, как минимум, вот оно уже как бы 4,5, и как бы это, да, какого-то хайпа яркого нету, и с точки зрения массовых работ, сейчас там понятно, да, New Jazz, Super Trap, вот это как-то история, да, немного. А вот гиперпоп, как будто бы это история с гитарки плюс всякие, как будто это история вот с AK Drill и Detroit, да, в плане трендовости, жанровости. Как будто бы ты будешь слушать 13 карат. Очень постараюсь, дружище. Будет голосовалка в понедельник с новыми синглами. И там будет 13 карат. Насколько, если я ничего не буду и не ошибаюсь, да. Гиперпоп уже не на 5. Ну, мне тоже так кажется, да. Прям люто 22 пойдет, 3 уже. Ну, да, 4. Плюс, учитывая вот эту историю, здесь 5. Базару нет. Реально. Нет вопросов. Сейчас посмотрим. Ведь сегодня уедут друзья. Знаю, ты в сайде. Не бойся, буду писать, да. Не бойся, не бойся, не бойся. Сегодня весна опять, Макс обещал, не буду пить вообще. Таня рано уйдет, но Ваня нас еще ждет. Перед ней сделал глоток и не забудь про планку. Планку урез, заебал, может, сыграем в прятки. Прятки, пока все не уехали. Плохо вижу вас в темноте. Макс научит на трубе. И прости, но я не выйду сегодня. Ведь сегодня уеду, друзья. Знаю тебя. Я все думаю насчет этого, насчет продюсера. Не знаю. Не знаю. Насчет продюсера, я думаю, да. Ну, неплохо, но... Ну, что-то есть, да? Что-то есть. Там очень скрытая восхвакция становится за, если прислушаться, она сильно долбит бас при первом слове отсылка на шиштрек за. Дэм, бро. Ну, вам голосовать. Вам голосовать, друзья. Продюсер месяца. Спасибо, друзья. Спасибо. Хит мейнстрим ли это? Не знаю. Баллы высокие. Хит мейнстрим. Пожалуйста. 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 Спасибо. А что думаете по этому поводу? Здесь вы, да? Да. Что думаете вы по этому поводу здесь? Артист не зарегистрирован на сайте. Пока фирменные лайки он не ставит. Здесь, конечно же, румтурчик у нас, да. Коммунарка. 67 баллов. 4 балла. Тут прям стабильно, да? 4,3 здесь. Что там, 7,8? Да, у всех, конечно же, есть карточки здесь. У всех есть карточки. Продюсер не зарегистрирован на сайте. Смотрите, не зарегистрирован на сайте. Скоро не зарегистрирован. Никто не зарегистрирован на сайте. Эх. Ладно. 78, 67, 64. Дэм, бро. Lonely Samurai. Как работа в целом? Отлично. Как работа от Скоро? Слабо. Впервые слушая так Скоро, у меня чувствуется, что машина под именем Pixie Squad сдерживает свой потенциал. Причем сдерживает сильнее. Я, конечно, понимаю, что это немного другой жанр, не как мой любимый Ив. Ну и заходили треки, похожие на этот Room Tour, Socio, Life, Popstar. Сам трек будто бы не идеально подошел в мини-эпишку Life Star, как самый слабый трек. Я не говорю, что эта работа плохая, и что там скатился. Просто я знаю, что Скоро может намного лучше, намного сильнее, поэтому меня это щемит. Как просто продукт трек может быть хорошим, но как продукт от Скоро? Это правда слабо. Я постараюсь поставить объективную оценку по всем параметрам, кроме атмосферы и вайба, ибо она субъективна. И ее критерии напрямую зависят от моих эмоций. Бля, бро, ты крутой. Молодец. Все четко ты говоришь. Спасибо тебе большое. Дэм, бро, дэм. В любом случае, я максимально буду надеяться, что это просто сигнал о том, что Скоро не забыли. Надеюсь, что дропнет реально мощный альбом на почве 24. Но сейчас только так. Спасибо, бро. Спасибо. Супер качественная работа от Усужан. Да, средняя работа, новый стиль, каю Скоро. Вид сведения по тексту это сильно скучно. Припев хороший в голове засел. Да. Классные песни обязательно. Средняя работа от Сантина Скоро. Да, да, да. Короче, мнения разделились, да, жестко. Стандартная атмосфера сделана не так, как обычно.
7-9-8-8-4-4. Чего-то мне, значит, не хватило. Наверное, харизма, очень динамичный и качественный инструментал исполнения. С некоторых стола, наверное, сделать чуть динамичный рифм из припев, который это просто я на не буду сегодня с друзьями. 63 балла, трек, но уверенный 70, но не для меня. Все минусы, которые я озвучил, влияют на мое восприятие, оценку достаточно сильно. Обычно трек, который я хвалю, а также яростно указываю на его минусы, спустя день слушаю на репите и кайфую. Но пока я оценил все максимально трезво. Спасибо. Пикси склад, как всегда, на высоте, жаль, не все поймут такой стайл. 4, да, тем не менее, красавчик, бро, 4. Ну да, да, тут получается, ну прям четко, да. Теплов, базовый уровень пикси склада. Базовый уровень. Трендо сектуально. Так, ладно, все, я снова завис. Я снова завис. Отлично, спасибо. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо. Что вы там говорили, что вы там говорили? Вы там говорили, что надо послушать, что? А, тизер, да, тизер. А тут тизер есть, тизера тут нет. А где он есть? Сейчас посмотрим, где есть тизер. Снипет, точнее. Это снипеток. 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 Let's go. Поиска монако, боже, как же я устал. Ищите меня на столбе, куда залез мак. Я не могу встать, зато могу упасть. Все хотят жрать и все хотят нас, нас. Поиска монако, боже, как же я устал. Ищите меня на столбе, куда залез мак. И чё мы посмотрели? Не могу встать, зато могу упасть. Все хотят жрать и все хотят нас, нас. Там-тарам-там-та... Так, такое еще есть, да? Ну-ка, давай посмотрим. Подожди, бро. Так. Что-то поживее, да, началось? Ясненько. Ясненько. Охуительно. Нет. Да. Допустим, неплохо, да. Ну, в общем, вот, да. В общем, вот, спасибо за трек. Да, неплохо. Флом, тебя наебали два раза. Да, я понял, фанаты мозгоебы. Но, тем не менее, мы это посмотрели. Да, мы это посмотрели. Мы это посмотрели. Тизером они передали атмосферу тусовок. Понятно. Понятно. Ясненько. Спасибо за работу. Ждем развития. Да.